Бензина нету. 95-й залью немножко. Перчатки зимние. Мои еще мото не пришли. Зимние перчатки? Да. Когда не надо, но очень хочется. Правильно. Когда нельзя. Сколько бензина залил? Вообще 9 литров. Полный бак? Да. Ну, сейчас вот так выправлю, и еще место будет. А, кстати, нюанс. Доливаешь до полного бака тоже маленькой струйкой. Да-да, чуть-чуть. То есть надо потом уже в самом конце ее тихонечко лить туда, чтобы не выблескивалось. По капельке. Антипроливная горловина здесь мешает. Все, поехали? Да, поехали. Всем привет! С вами Ян Пучков, и сегодня у нас на обзоре мотоцикл Bajaj Boxer BM150. Вы его все прекрасно знаете. Я отвечу на вопросы, которые задавали мне на YouTube-канале в комментариях. Вопрос про переключение передач все еще остается открытым. Люди интересуются, есть удар или нет удара, как вы с ним живете, что вы с ним сделали и так далее. В общем, на этом мотоцикле, у которого пробег уже 7029 километров, удар до конца не исчез. Вы скажете, что там, например, масло неправильное залито или устройство коробки такое. Но масло здесь, как мы выяснили, нормальное. Это особенность дисков после того, как мотоцикл уже обкатан. Диски после обкатки становятся гладкими. Они прилипают друг к другу, то есть вытесняют масло, и на холодную, когда они полностью за ночь вытеснили масло, создают такой удар при переключении первой передачи. Как же Сергей с этим живет? Сергей у нас держит 20 секунд примерно сцепление выжатым, завел мотоцикл, выжал сцепление, подержал 20 секунд. При включении первой передачи удар маленький, правильно? Ну, он есть, да, но он небольшой. Меньше, чем если не делать этой процедуры. Ну, в целом жить можно. Да, конечно, никаких проблем.
Так, думаю, с ударом разобрались. То есть это особенность, которая так или иначе присутствует. При... Вот по собственному опыту могу сказать, что когда заливаете только-только свежайшее масло, удара не возникает буквально, ну, с недельку, может, наверное. Ну, скорее всего, не в днях лучше считать, а в пробеге. Да. Ну, километров 100, 150, 200, может, так. Пока масло свежайшее, густое такое, оно предохраняет от удара. Но потом, когда оно уже отработанными газами насыщается, продуктами износа, видимо, оно жиже становится и теряет вот это вот свойство свои. Это даже и у Матюля было, и у Лукойла, на котором ездит Баджаж. Так что этот удар – это не проблема. Выжили сцепление, подержали и поехали. К этому возвращаться, ну, наверное, уже не имеет смысла. В общем, масло здесь у нас мы заливаем не обязательно Матюль там или еще что-то. Смотрим именно на допуски по нормам там IPSL для мокрого сцепления. И у нас в этом масле минимум присадок антифрикционных. А по выбору 10 V40, 10-50, 10-30, 20-40, 20-50 и так далее, это уже смотреть самим нужно. То есть, ну, смотря какая температура окружающая. По вопросу следующему. Крейсер, максималка. Очень частый вопрос среди тех, кто выбирает себе новый мотоцикл. Вопрос для Bajaj Boxer, я думаю, не актуальный, потому что все равно ты будешь регулировать звездами так, как тебе надо. На штатных звездах далеко ты не уедешь, и путешествовать это одно мучение будет на таких звездах. Ну, скорости. Вот я скажу по опыту, что на штатных звездах Bajaj Boxer 60 км в час, это у него крейсер, 60, когда он нормально едет, с ума не сходит и везет тебя прекрасно. 90 максималка. Все. Дальше уже это бред, я считаю. Дальше он, ну, может, сотню и выжмет, но... Ну, обороты будут, и визжать будет. Да, зачем это? Двигатель выпрыгивать будет, масло будет жрать литрами. 60-90, крейсер, максималка. Помененные звезды, как было у меня, 16 впереди звездочка зубчиков и 40 зубчиков сзади. 80-90 это крейсер. Он идет на уверенных оборотах, нормально, по трассе. То есть ты ровно идешь 80-90, если горка, он в горку залетает хорошо при этой скорости. Ну, когда с горочки спускаешься, он уже под сотню может разогнаться. Это все крейсер, без сумасшедших оборотов. И максимальная скорость у него от 100 до 120. Вот у меня, я почти 90 килограмм, ну, 86-87. Плюс котомки, с горочки, с не очень большой, можно 110-115 выжать без проблем. Ну, 120, я думаю, если с горы лететь. Если поменьше человек, вот как Сергей, немножко поменьше весом, думаю, мотоцикл проще, парусность меньше, и 120 достигнуть можно. Это по спидометру. Я проверял по GPS. Здесь спидометр не врет. Ты проверял ведь? Не, я не проверял. Я смотрю по спидометру. Вот я сколько проверял, здесь, вот на этой модельке, вот здесь конкретно на мотоцикле, спидометр у меня не врал. То есть, если едешь 87, он так и показывает где-то 90-87, ну вот так вот. Еще хотел добавить про звезды. Почему я выбрал такие цифры в звездах 16 и 40, если все ставят 38, либо 17, если нужно скоростные звезды? Потому что здесь вот на пере маятника находится слайдер, резиночка такая, где скользит цепь. Если здесь будет большая звездочка 17, ну, в принципе, можно. Можно, да. Но если ты просто уменьшишь заднюю звезду, соответственно, цепь еще плотнее на этот слайдер ляжет. Она просто ляжет. А я добился того, что я чуть-чуть уменьшил заднюю звезду, и здесь немножко увеличил. То есть примерно цепь осталась на том же уровне. Она не слишком сильно ложится. Если мы сделаем 38-ю звезду, она маленькая будет, цепь еще больше ляжет на слайдер. Правильно? Ну, это если стандартная будет 14, она совсем ляжет. 14-38, так ведь делают люди. Значит, это маленькая звезда, та маленькая звезда. Цепь просто ляжет на перо маятника, на этот слайдер, и будет его
ресурс этого слайдера уменьшится. Вы можете не заметить, как она доберется до металла. И помимо этого надо будет еще уменьшать цепь на два звена. А значит, вы потом просто не ставите, допустим, 15-38, да, конфигурация тоже такая неплохая. Но будет, мне кажется, проблематично по натяжке. Она будет сильно вперед. Ну, то есть, вот эти вот все. Ось будет вперед относительно маятника. То есть, да, кстати, вот всего. Это важный момент. Может не хватить цепи, вот что. 16-40, идеально все встало. Вот почему это именно такие числа. Сейчас у меня стоят звезды 15 спереди и 40 сзади. Я поменял, потому что задние я хочу поставить все-таки на 38. Как показала практика, они, ну, наиболее оптимальны. И по размеру, и по скорости. Там обороты еще ниже. В общем, у меня на таких вот сейчас звездах при скорости 80 км в час, это по трассе, даже в городе по трассе, неважно. Это не крейсер даже. Там крейсер у меня 80-90. Но вот суть в том, что при таких, такой скорости у меня 6300 обороты. То есть скорость, если 90 уже, там 7-100 примерно тысяч оборотов. То есть это наиболее оптимально, это диапазон от максимального крутящего момента до максимальной мощности двигателя. Вот. Больше крутить смысла нет. Ну, до сотки я вот сегодня только разгонялся спокойно, как бы я даже не чувствовал скорость уже. Но в целом нормально, можно 100 ехать, да, спокойно. То есть тут двигатель будет на максималке работать, но не такая вибрация чувствительная. Вот именно при такой конфигурации звезд. Если поставить сзади 38 вместо 40, тогда, я думаю, еще снизит обороты. Но скорость этого не вырастет, но просто обороты будут ниже, вибрации будут меньше. Вот и все. Так, давайте я еще добавлю по поводу аккумулятора. Насчет аккумулятора, мотоцикл покупал собранный. Покупал в мотосалоне, они его прислали, но в аккумуляторе мне не понравилось то, что там разный был уровень жидкости налит. Поэтому я съездил к аккумуляторщику, к своему знакомому, он мне выровнял уровень, подзарядил его, проверил плотность и так далее. То есть вот такое первое обслуживание я провел, и до сегодняшнего момента аккумулятор себя, я уверен, ведет хорошо. Да? Ну, он высаживается там у меня внутренними приборами уже, которые всегда потребляют энергию. Ну, кикстартер есть, и я об этом даже не парюсь. Аккумулятор сдохнет совсем, я тогда его поменяю на новый уже. А так, пускай есть и работает еще. Так. Я его даже не обслуживал, кстати. Ну, единственное, я зимой долил, чуть выровнял еще электролит, воды, вернее, долил туда дистиллированный. Выровнял все банки и все. Ну, подзарядил немножко, может, часик, и все. Еще одно дополнение. Сергей. Да. В общем, у меня такая ситуация была, что шланг топливный, который идет, ну, то есть входит уже в карбюратор, там в штуцер. И штуцер этот у меня упирался, фактически сам шланг, выходящий из него, он упирался у меня в раму. В итоге у меня перетерся. Вот фотки, я думаю, вставит Ян. И вы увидите, как это будет, как это у меня выглядело. Речь идет про шланг, вот этот, который вставляется в карбюратор. Штуцер, шланг, и он упирается в раму, которая под баком находится. Это просчет. Просчет, который на производстве был допущен. Но, тем не менее... Но это не просчет, это особенность самого карбюратора, видимо, такая. Да, карбюратор. По-другому встать не может, вот, видимо, на этом мотоцикле. Но кто-то штуцер этот поворачивал, у кого-то получалось, у меня не получилось. Я боюсь сильно силы придать. Сломаю еще штуцер, а в итоге придется поэтому повредиться. Ты решил эту проблему заменой шланга? Просто армированный шланг поставил, и все, да. И следить периодически. Я посмотрел тут информацию по росту индусов. Мужчины у них в среднем, не индусы правильно говорить, а индийцы, 165 сантиметров, это средний рост. Сколько вот я? 188, значит, ну... У меня 180, вот, всех. Че, вот такие, что ли, они? Да, да. Вот такие вот индусы, вот по подбородок мне, это у них средний рост мужчины, представляете? Женщины у них 152, еще меньше. Здесь мы померили с Сергеем рулеткой расстояние по седлу. У Bajaj Boxer где-то 83 сантиметра, это хорошее расстояние. Это расстояние
не на всех даже турэндурских мотоциклах. Я посмотрел, вот не хочу врать, там на Гусе, на ТДМах у них где-то примерно 80 с копейками с какими-то. Тоже вот примерно такое седло. Вот. И оно мне хорошо подходит. Вот я сижу, это еще на козле он стоит. Видите, как задрано сильное колесо. То есть мне с моим ростом боксер подходит, несмотря на то, что мотоцикл небольшого размера. Это великолепная вещь для взрослого высокого человека. Когда у меня придет Avenger, я думаю, что намного ниже будет все это дело. Ну, там другая посадка. Будем смотреть, разбираться уже и непосредственно с седлом. По росту. Высоким людям этот мотоцикл подходит. Ну, я не буду говорить про особенность, когда у человека бывают же ноги короче, туловище длиннее. Про защиту говорил я уже в своих роликах. Это великолепная вещь. Заглушку здесь потеряли, конечно. Ну, фигня. Это потерял не я. Я продавал заглушкой. Защита великолепная вещь. Просто чудесная. Цепь обслуживаешь, она всегда в нормальном состоянии, правильно? Да. Ну вот сейчас песок залетел, что хорошо так задувает. Вот, задувает теперь, потому что заглушки нет. Ну, это писальниковая цепь, тут как бы не так страшно. Охлаждение у мотоцикла замечательное. Я никогда не замечал, чтобы он перегревался как-то. Ну, нагревается, конечно, при длительной езде по трассе, но все продумано. Гофры. Гофры, пожалуйста. Вот они здесь установлены дополнительно, но они, посмотрите, все в грязи, в пыли. Это великолепная вещь. 300 рублей они обходятся, ставятся очень просто. Ролик я сделаю обязательно, у меня отснятый материал есть. Как, кстати, по резине вот по этой, по петрошине, как она себя на асфальте ведет? Шикарно. Нормально держит, да, дорогу. Никаких не испытываешь виляний, вот этих вот плаваний. Не, хорошая резина. Представьте, у нас в Питере какие вещи делают. Да? Даже не всякая иностранная резина может похвастаться хорошими сцепными. И она очень эластичная. Дергать, они даже не рвутся, понимаешь? О, порвал. Хорошая резина. Ну, про дуги сейчас расскажем в отдельном ролике. Какие еще особенности у него? Мне очень понравился багажник. Вот в процессе эксплуатации вообще, ну просто фундаментальная такая, монументальная конструкция, которой все что угодно можно закрепить. Я таскал на этом мотоцикле другой мотоцикл, за веревку прицеплял. Несколько километров тащил до заправки. Причем на скоростных звездах. Конечно, трогаться надо очень аккуратно, плавненько разгоняться, потому что не получается на них тащить, чтобы не сжать сцепление, аккуратно. Но, тем не менее, на первой передаче он вытащил. Правда, китайца не очень большого. Тем не менее, все в принципе. Спасибо за просмотр. Делайте свой выбор в сторону правильных мотоциклов. Пусть они вас радуют. Намек на этот. Да нет, это не реклама. Это не реклама, просто мы рассказываем действительно то, что имеешь. Как говорится, каждый хвалит свое корыто, но здесь немножко не так. Если бы постоянные проблемы с этим мотоциклом были, если бы восхищаться нечем было, я думаю, обзор был бы совершенно другой. Первый мой обзор, который был на этот мотоцикл, он начался с чего? Первое, что мне не понравилось. То, что его собирают в мотосалоне, то, что отлетел тормоз, подножки и пятое, десятое. Минусы сразу я о них говорил. Мы не занимаемся тем, что расхваливаем технику. Ну, как просто, есть, просто так просто есть. Так, да. Мы говорим, как есть, так есть. Нам никто за это не платит. А если заплатят, может, и расхвалим. Не факт. Да, не факт, не факт. Спать спокойно. Всем пока.